Пионе. Какая у нас серия-то? Не знаю. Какая-то очередная серия по нашим покупателям, чудакам, которые к нам периодически попадают в сети заводческие. Чудак на букву М. Тетка, значит, следила за Екой, за женой моей. Долго следила. Не за мной, а следила за собаками. Да, следила везде, там, прилепилась, отслеживала, чем мы там продаем. Месяц назад приехала. Начнем с того, что я год назад с ней разговаривала. Она так все разузнавала, как бы что-то там. Но я про нее и забыла. Но это было год назад, прошлым летом, я точно это помню. Месяц назад приехала, значит, а собака была привита одной прививкой только. Я говорю, тюленька, у нас собака привита одной прививкой, поэтому очень аккуратно надо это самое со щенком, потому что он находится под карантином. То есть ответственно надо относиться. Но так как она ответственно относиться не желает ни к чему, она умчалась думала месяц. Шла переписка активная, но слава богу. Нет, во-первых, она хотела внести залог, задаток. И чтобы я ее растила, этого щенка, значит, до прививки. Я отказала брать задаток, потому что, не люблю я это дело. Когда такие покупатели, такие задатки, я не хочу брать. Короче, я ее не приглашала, собственно, и, в общем-то, не хотела, чтобы она эту собаку покупала, потому что понятно было, что тетенька очень проблемная. Но тем не менее, она сама появилась. И сама она начала... Подождите, предыстория. И начала сама меня забрасывать письмами. Я вчера даже ей написала. Мы как бы там, планируетесь? Нет, у меня есть человек. Она: я точно беру. Она видео видела и фото. Как бы не то, что там какая-то собака, которую она не знала какая. Ну и вот, наконец, она приехала. Да, сегодня человек появился, значит, щенку 3,5 месяца, совершенно самостоятельный, здоровый, абсолютно, привит полностью, чипирован, это самое, значит, светпаспорт со всеми делами. Значит, перво-наперво, значит, как всегда, значит, тщательный осмотр глазок, ушей и, значит, это самое... Собаки, мы клеймо ставим в ухо всем собакам. Просто нам это настроение проще. И, значит, впереди... Значит, собака чипирована, все нормально. И тетя приехала, значит, с этим, как она будет смотреть это ухо, если оно, значит, замазано этой самой пастой. Откуда она знает, что это, чья это собака или не чья это собака. Я говорю, такой чип стоит, у собаки чего, и тут это самое, вот, что, документы. И тогда она к нам приехала, она не знает, чья это собака, да. Мне это нравится. Метрика щенка, все подтверждает. Вот, тем более она смотрела кино, и такая, а вот у той собаки, когда она приезжала месяц назад, нос был посветлее. Я говорю, а вы знаете, что по мере... И шерсть меняется. По мере роста щенка, там много чего меняется. И пигментация тоже. Тем более она помнит, какой был нос, понимаешь. Значит, да, она, значит, что там? Решила, значит, посмотреть документы. Первым делом начала листать ветпаспорт. Как лопух лопухом, я понимаю, что она перелистнула все страницы. Антигельметик не нашла. Но знает, что он там должен быть. Должен быть. Я говорю, так вы внимательнее, пожалуйста. Кто-то руководит ею, понимаешь? Да, вы внимательнее, пожалуйста. Перелистните еще раз паспорт. Что я буду вам показывать? Коля, вы тут все знаете, что должно быть. Давайте вперед. Нашла, в конце концов. Потом, значит, стала тупо изучать акт передачи. У нас акт передачи еще есть. Помимо договора о передаче, еще и акт передачи, где указано... Прививки, состояние щенка непосредственно на момент передачи, значит, это самое. Претензии есть, нет претензий, все это у нас в акте вот и написано. Значит, тупо в этот уставился акт. Я говорю, так может, тетенька, это надо сначала вообще-то с договора начать. Вы почитайте документ основной. Да, я почитаю. В конце концов, она добралась до договора и стала читать. А в договоре, как я все говорил раньше, уже 20 лет
мы собаку, ну, то есть собака, собаке дается, владельцу дается на собаку по претензиям одни сутки. И то это вот сумма такие добрые. Сутки. Она сказала, почему сутки, а не 20, а не 3 недели. Почему 3 недели? Потому что где-то она вычитала... Где она могла это вычитать? Где? В правах потребителя. Какую-то хрень, да, такую. Значит, а у нас, вот, вон, понимаете, всех животных... Любой живой товар вышел, все. Любой живой, да. Вернуть ничего не любой можешь. Живой товар вы угробите через час. С вашими, понимаете, способностями. Ну, в общем, мы бодались. А почему Ирина и, вот, понимаешь, этот договор сразу не показала, вот, значит, это самое. И главное, что такая интересная особа, что она как бы старается тебе навязывать то, что она хочет. Не ты... Даже не то, что навязывать, она прямо условия ставит, как бы такие. Ну, да, и в общем, в конце концов, закончила тем, что я сказал, вы знаете, что, мне кажется, эта дискуссия бесконечно может продолжаться. Давайте так, вы это самое все. Вы, как я понимаю, не готовы. До свидания. Давайте, вот, домой приезжайте, там все переварите головой, там с товарищами какими-нибудь посоветуйтесь. Ну, вот, и все. Ну и мы решили, что... И она учухала второй раз. И она учухала второй раз, да. Значит, я ей всунул этот договор, чтобы она это самое изучала его. И... Так она уезжает, сказала, я вернусь с договором. Она вернется. То есть она вернется. Я сказал, то, что вы вернетесь с каким-нибудь там договором, это ни роли не играет. Мы вернемся, вы или вот берете вот этот договор, или до свидания. Ну, что там еще хорошего было? А, выгнать же было невозможно. Выпереть. Я уже ее прямым текстом говорю, что до свидания. Вот так мне такой покупатель не нужен. Я вам собаку лично продавать не собираюсь. Похрен мне. Да, да, удивительно. Вот каких мы только не видели удивительных вообще-то людей на протяжении этих 20 лет. Ну, это такой, пожалуй, первый раз. Вот такое ощущение, что да. А, значит... И что, значит, взял, ну, щенка взяла, и что-то мнёт его, мнёт. Я говорю, вы вот, это самое, что там, ребра считаете, что вы делаете-то? Значит, молчит. Потом, смотрю, перескочила на хвост. На основании хвоста, и что, вот она там шебуршит. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, а вот, говорит, это самое, надо прощупать заломы или срастание позвонков. Я говорю, ну только ты скажите какую-то мне. Какую-то умную книжку прочитал. Я говорю, ну скажите мне, я специалист, я судья, понимаете, в конце концов, по этой паре. Я вам все покажу, расскажу, как проверяется хвост. Не надо вот там, что-то там вот где-то, тем более в основании, заломы искать. Это не самое страшное место. Сломает хвост еще. Да, ну в общем... Чип потом стала выковыривать, ты говоришь. Значит, да, значит, ее смутило вот это самое. А где чип? То есть как чип? Понимаете, она. Ей надо вот увидеть этот чип. Я говорю, понимаете, что это микрочип? А что его прощупать нельзя пальцами? И начинает щупать да, холку. Удивительно, просто в зоопарк можно. Начинает, я говорю, а что делать? Что вы делаете? Что вы там щупаете? Тканях вы его не найдете, хоть общупайтесь. Потому что она видит, понимаешь, что да. Должны обмануть, обязательно должны обмануть. И, конечно, в чем только вопрос. Ну, это начинает заводить, конечно. Я потом ухо, значит, я клеймо вчера поставила в ухе, и там краской намазала, значит, этой пастой специально, чтобы клеймо не смылось. А как она увидит, да, как она там сказала, как она увидит, что там вот именно это клеймо стоит, а не какое-то да, другое. А когда? Пасту вот сойдет. Вдруг, да, что-то другое будет там написано, будет. Вот это, что написано. Тут там нехорошее слово будет я, написано. Я говорю, да, будет это написано вот прямо в ухе. И все. И все. Ну, тут там нехорошее слово. Да. Вместо клейма. Только клеймо.